Bowed for today in the bantamweight. Боковые судьи. Монголия, Мексика, Куба, Эстония, Азербайджан. Рефери в ринге Россия. The referees for this bout represent Mongolia, Mexico, Cuba, Estonia, and Azerbaijan. The referee in the ring representing Russia. В красного ринга приглашается спортсмен из России. In the red corner, please welcome, representing Russia, приветствуем Алексей Москвин! Его соперник, сеньора Ринга, приглашается. Спортсмен из Узбекистана. Representing Узбекистан. Приветствуем Абдулалим
представляю спортсмена из красного угла ринга. Спортсмен является призером чемпионата России 2018 года. Тренер, мастер спорта международного класса Маукел, мастер спорта международного класса Умаров и также Сидоренко из Санкт-Петербурга. Чемпион Азии 2018 года, чемпиона мира 2018 года, победителем юношеских Олимпийских игр 2018 года из Узбекистана. Тренер Гафуров Давлон, Разухамон Рахмандашов. Round number three.
готовится спортсменов на церемонию награждения весовой категории до 52 килограммов. Dear flyweight boxers, please be prepared. The prize ceremony is about to start. Уважаемые любители бокса, в этом поединке растерянным решением судей победу одержал. Ladies and gentlemen, the winner of this bout by split decision of the judges is спортсмен из Да, да, да. Да, я хотел сказать, пожалуйста.